творческой биографии Клевера, как в зеркале, отразился спектр проблем, связанных с ситуацией развития художественных направлений во второй половине XIX века, когда художники, с одной стороны, были вынуждены в той или иной мере ориентироваться на общественные вкусы, с другой стороны, эти вкусы формировали. Наряду с известными, любимыми публикой, многократно повторяемыми в различных вариациях сюжетами, существовали и те, что были рождены вдохновением. Клевер в основном был известен широкой публике как автор декоративных лесных пейзажей с эффектным закатным освещением. «Заброшенная мельница» – неожиданный и масштабный пример отступления Клевера от салона академического направления. Типичные для его творчества монументальные картины не вызывали такого ощущения трагизма, как непритязательный мотив старой заброшенной мельницы. Мастер делает шаг в сторону демократического искусства, выбрав простой и понятный сюжет. С фотографической точностью он фиксирует каждую деталь, говорящую о разрушении и упадке некогда большого и крепкого хозяйства. Покосившиеся здания с выломанными бревнами и прохудившимися крышами, разбитая посуда, выброшенные мельничные жернова, грязные и никчемные, как и разломанные льдины в реке, сбившиеся в стаи вороны, которым здесь уже нечем поживиться. Колорит и особенности живописной перспективы характеризуют Клевера не только как мастера салонного направления, но и предшественника искусства модерна с его любовью к таким декоративным решениям, как плоскостность композиции и сумрачный колорит. Подобные произведения, представляющие нетрадиционные для салонного искусства пейзажи, пронизанные тонкой лирикой или чувством глубокой безысходности, в полной мере выразили дар пейзажиста. Такие работы появлялись на протяжении всего творческого пути художника, они уникальны и практически никогда не имеют вариантов и повторений.